Слушайте, мы сейчас 5 минут потратим на то, чтобы вниз лестницы. Где лучше идти самым первым? Если Лёша идет впереди тебя, он какие-то подлянки начинает делать. Да какого? Слушай, открой дверь, а? Вам придется подождать, пока я сломаю этот телепорт. Там вроде бы 11 раз нужно использовать. А какого? Ребят, помогите. Походим. Смотри, смотри, опыт Похоже, нет. Знают ли наши покровители, что для нас лучше? Что-то право принимать такие решения за милой. Дверями какие-то. Там Лёша с той стороны просто. Почему он меня позволит ли нам размножаться? Ах ты, тварь, это ты был все это время. Вопрос. Позвольте мне разрешить сомнения, лежащие в вас. Лёша, ты достал уже, вот на полном серьёзе. Да... Ё-моё, это чёрник. Тролль сраный. Ты задолбал уже, не катер. Слушай. За мной! Я Алекс Венс. Лёш, только меня ты не тролль. Мой отец работал с тобой в чёрном мире. Хотя я уверена, что ты меня не тролль. Сюда, народ! Идите нахрен, только меня троллить. Да, ты у нас новичок. Ты должен пройти посвящение троллингу. Помнишь его по черной месте? Старого администратора. Упоминай имя. Идите нахрен. Отойди от меня. Я застрял в Алекс. Куда? Сейчас никто не пойдет, вы выливаете. Ты не пойдешь. Что сам застрял, короче. Кого-нибудь ждем? Когда отправляемся? На помощь! Я застрял в банке. Стой панелью и жди моей команды. Помогите. У него страшное лицо, помогите. Он застрял в лабораторию. Это же не то, о ком я думаю. Он самый не думает. Когда отправляемся? Не может быть! А я там где-то ничего не будет. Это мне напоминает. Ну что ж, не меня-то эти мутаки какая-то. Ты херню сбросила по стол, что ли? Я не рашу, я пытаюсь сделать так, чтобы ты меня не убил чем-нибудь. Да что ты, правда? Ого, дежавю. Тварь. Я уверен, это что ты... Ты уже до катера дошел, тварь. Стоп. Все, забаррикадировали. Ай, ё-ё-ё-ё-ё. Ты что творишь, а? Идиот! Что-то у вас тут многовато, блядь. Да ты урод сраный! Сдох! Сам умер. Меня убило холодильник. Получилось лучше, чем вы. Мне страшно. Я застрял в этой штуке. Пошел фон. Пошел нахрен. Кстати говоря, Лукар, где Morphox Pro, который ты мне обещал? Обещанного 3 года ждут. Пошел ты. Он не победил? Начинаю. Ну что же. Еще зомби.
Блин, да что ж так... Хрень не сработала. Слышишь, Лёха? Вагонетку. Ё, да какого... Очень смешно сбросить меня что стиральной машинкой. На стиральную машинку нельзя поднять, как старые модеры, типа уже нельзя. Ты чё, геймбэнг хочешь устроить, нига? Дайга. Ой, what the fuck? Ох, чит. Кумир надо. Мы вызвали хотя бы эту штуку или нет? Жаль. Лёша, давай, открывай нам ворота. Врата ада должны быть открыты. Бонди, ну съебись оттуда, хуя. Давай быстрее, чувак. Ты чё делаешь, а? Сука. Не сюда иди, блядь. Кружовку выпали. Да ты что творишь, а, чмо? И отсюда выкинуть хуям. Хуя, блядь, он лози. Чуть вперед, блядь, ас. Ара, о, зайди, ара. Зайди. Забор зацепился. Зайди. Там сейчас выйдет. Коннор, мудила сраная, сиди. А то мы тебе это... Аллаху Акбар сделаем. Ты. Внутримышечный. Сос. Молчать, хуй рот и пиздоплюй. С тобой вообще никто не говорит, мразь. С тебя тем более. Я вообще повесился, если был, как ты хуй ротом пиздоплюй. Хуя, ты больной. Иди вешайся, хуй рот и пиздоплюй. Майор. Ой, я себя убился. Да, видишь, там на горе винтовка стоит. Ах ты тварь. Это не я. Это не я. Эй, лаба-лаба, спокойно. Нужно бот. Слева. Помоги! Почему нет? А почему он... Какого хера, блин? Вот скотина, что ты тебе сделал? Ложись! Ерунда! Я знал, что я могу помочь. Да! Знаете, меня подвинул? Шесть человек на сундук комбанца. Йо-хо-хо. Бутыла корова. Хо-хо-хо, блядь. Лукар, не ходи. Ну ты ж тварь поганая. Да боже. Чмо ты? Что это? Это классика. Или мальчика башкой вниз 30 лет. И Гонор из него вырос потом, вот пиздец, да? 30 лет, я говорю, дебил. Ты такой старый. Окей, я готов. Поезд будет. Да ты ж дебил тупой. Чё ты столько стоишь? Нитро, нитро, нитро! Пока, лузеры. Почему я не слышу нитро? Так я нажимаю на shift, всё правильно. Может, я сяду за руль? Нет.